Чего ты завелся-то? Да не завелся я. Ты понимаешь, к дочери хотел съездить, повидаться, отдохнуть, заодно выспаться. Краснов не отпустил. Говорит, не надо уставать, не придется отдыхать. Ну а как мне не уставать-то, когда работать некому? Да, пирог сократили. Да, а так везде, понимаешь? Раньше незамерзайку продавали по 5 литров. Ну? А сейчас по 4, но по той же цене, ты понимаешь? Яйца теперь кладут не 10, а 9. Молока не доливают. Понимаешь, все становится меньше. Кроме жулья.